Здравствуйте, друзья! 20 января. Вот и закончились все праздники. Разбирают елку на Дерибасовской. И неприятно, но прямо сейчас тревога елку над городом, тревога думала, над морем. Уже и есть вероятность запуска ракет, и даже несмотря на шторм, с подводных лодок. Вот так. Печально, психологически неприятно, но потихоньку пытаемся адаптироваться. Многим так понравилось купаться вчера на крещение, что сегодня тоже есть желающие. До встречи, друзья. И пусть новости будут только хорошими. Пусть не будет никаких ударов и разрушений. А сейчас просто полюбуйтесь на море наше. Подышите вместе с одесситами. До встречи. Хотела уже выкладывать видео. Сообщили о взрыве в Одесской области. И все же до встречи.